ГМО для спортсменов вредны. Известный белорусский кикбоксер Забит Самедов очень внимательно относится к тому, что ест, и в магазине трансгенные продукты обходит стороной. ГМО я стараюсь избегать, потому что от него организм может быть пострадать, поэтому как бы я люблю больше натуральные продукты. В магазине на поиски натуральных продуктов спортсмен потратил несколько часов, внимательно изучая состав каждого из продуктов. Вообще очень удивительно, что молоко не портится целую неделю. И, наконец, завтрак чемпиона куплен. В корзине оказались сок, зелень, овощи, сыр, мясо. Они с достоинством прошли нашу проверку на ГМО.